А это довольно-таки, ну, как бы, задача там выполнимая. Так что, ребята, чего? Мы сможем! Я смогу на горящем фургоне пройти этот спуск! Давай! Нет! Почему я бомбанул? Да, это все, ребята, я не могу! Да. Хватит меня пихать! О, это самая сложная карта, которую я видел! Все, ребята, а вот я красавчик, я на 17 лет на профессионализме! Ага, тоже скинули, да? Да нет, я вообще-то еду, вот, прохожу так, слушайте, зёрнышку раз, зёрнышку два, вот, прошу, о, чекпоинт уже взял! Друзья, с вами, как обычно, Паша Блейзин, Леха Джейл, и сегодня мы играем в игрушку под названием GTA 5 Online с режимом спуск без тормозов. Всем здорово, чуваки! Получается, наконец-таки новый ролик по спуску снова на нашем канале. И в этом видосе мы с Лехой запустили одну из самых сложных карт. Набрали 16 человек, и в этом спуске будет у нас адская битва. Ребята, я надеюсь, что ролик вам понравится. Вы ему поставите свой мега лайкусик, подпишитесь на мой канал. Ведь тем более, ребята, у нас спусков давно не было. Так что сегодня... А, что это? Это точно! Это трындец! Это безумие! Я проезжаю спуск, ребята, на крыше и упал. А я пролетаю. Это пипец, ребята. Вы понимаете? Это лед. Это, ребята, ветряки. Это непонятные пропасти. Так что, ребята, спуск сегодня реально у нас самый жесткий. Давай, очень я попробую сократить. Так, я попробую так же проходить, ребята. Так, я буду переворачиваться. И вот, смотрите, фиолетовая котлета. Это я вижу тебя. Так, ребят, сейчас берем Аскергон. Ой, мастер, смотри, как фломастер едет. Ребят, смотрите, мы сейчас берем, объезжаем все, аккуратненько не догоняем догонишь этого шляпу. И сейчас я тебя протараню. Ты меня понял, что ты мне догоню. Догоню тебя еще как. Я первый. Чего? А я второй. Подожди, а никто не может пройти этот спуск, что ли? Не знаю, похоже, это жесткий спуск. Ребята, мне кажется, сегодня мы тут точно надолго. Так что запасайтесь там вкусняхами, там, желаю каждому приятного аппетита, там, приятного просмотра. И мы, ребята, проходим спуск, значит, 3, 2, 1 и... бам! Я первый, потому что я крутой. Блин, это что такое? Лёх, подожди, ты видишь кое-кого, кто не поставил лайк еще, а? Кажется, я вот тоже знаю. И, дружочек, я вот вижу, то, что ты не поставил лайкос. Если ты его сейчас не поставишь, то я не зареспавнюсь. Вот хорошо. Вот смотри, вот они не ставят лайки, а я не прохожу спуск. Все, я ребята, обиделся. Все, я не буду проходить спуск. Так, все, ну, я... Ну, ты даешь. Все, я не буду ехать даже, ребят. Давай, все, я, езжай, нет, и нет, лайки ставь. Пока это самое, не поставить лайк, я никуда не поеду. Вот, ребят, все, стою на вашем месте. Ладно, вижу. Ребят, все, успокойтесь, я уже вижу, то, что там комментаторы уже некоторые там пишут. Все, ребят, вижу то, что вот лайк поставили. Спасибо. А теперь, ребята, мы проходим этот спуск на этой маленькой развалюхе. Да, что, нельзя, я хочу так тоже сокращать. О, ветряк, бочком. Куда я попал? Так, это было опасно. Но, ребят, все, за такой спуск мы вот реально его должны пройти где-то, наверное, за 20-30 минут по-любому. Но, ребята, из-за того, что я скилловый чувачок, я его пройду за 5 минут. Давай! Стой! Помощи ветряка, тем более. Офигеть, так я засейвился. Так, ребята, живем. Да ладно. Так, идем дальше. Выпрыгиваем. Ребята, за такой-то сейф, это очень жестко. Ну ладно, давай, лети, а я, ребята, буду дальше проходить. Так, главное не упасть, блин, из-за того, что это очень маленькая машинка, и меня колбасит, трындец. Кто тут еще? Колбас. Что за салат тут, блин, катается? Уйди, дальше. Капец, меня все таранит, ветряк. Капец. Меня просто все уничтожают. Меня это бесит уже. Это хардкорная карта. Это очень хардкорная карта. Я надеюсь, что, ребята, сейчас вот у меня скилла прибавится побольше. Такси. И сейчас я пройду. Да не надо меня вести. Я упал. Так, ладно, ребята, сейчас мы возьмем разгон. Сейчас мы разгонимся. И сейчас мы пройдем эту жесткую карту. Да поможет. Я надеюсь, я тут дрифчу и задом, и передом катаюсь. И падаю вниз, и ветряки меня скидывают. Я тоже. Да, это все, ребята, я не могу. Да. Хватит меня пихать!
О, это самая сложная карта, которую я видел. Сальто! Так, ладно, хорошо, все под контролем, все под контролем, ребята, не волнуемся. Главное контролировать машину, и все будет чики-брики. Yes, of course. О, yes, of course. Так, ребята, ой, да ёкалмана. Давай, Пашка, не падай. Это что такое? Подожди, тут смайлик все это время был, ты видел? А я его только что заметил, он там улыбается, оказывается. Ты прошел или нет? Да, я прошел. Я как раз-таки тут с Димой и Виром беру чекпоинт, и мы проходим дальше. И следующая наша машина это... О, это суперкар. Ты прикинь, это суперкар. Значит, он, суперкар! Ребята, пройдется по-любому на изи. Так, кипер-кар! Мы берем... Падаем. Нет. Подождите, нет! Так, ладно, больше такого не повторится. Итак, гиперкотлета берет, возвращается, дрифтит задом, так переворачивается. Тихо, господи, так, ребята, тут вообще адский дрифт какой-то происходит. Так, ветрячок, не трогайте меня, все. Вот на суперкаре довольно-таки легко. Ветрячок, укусит собачок. Ветрячок, это пятачок. Да, вот ему так берем, проходим так, ребята, аккуратно. И сейчас, да какой дрифт, да какой нет, я не хочу дрифтить на суперкаре. Это ужасный русский дрифт, ребята, вау! Так, все, я проехал! Ребят, блин, честно говоря, я уже чуть приловчился, значит, я понял, как работает, в принципе, физика данной карты, и да. Теперь я могу пройти ее на изи! Математика! Ой-ой, Леха, мне трындец, что это за развалюха? Суперкар возьму, у меня, вообще развалюха полная, у меня катафалк! Ребята, это самая ужасная машина, и... Я опять падаю! Ветрячок, мы объезжаем аккуратненько, значит, так, тут мы это тоже объезжаем, но пока что, слушай, на этой фигне, в принципе, нормально управлять, если контролировать машину, если там скорость еще контролировать, то, в принципе, все будет классно. Ну, конечно, я-то скилловый пятачок, так что, ребята, все, да, я не пройду. Смотри, вот, адский дрифт, ребят, смотрите, в дрифте беру, прохожу, ребят, ну, за дрифтом можно, ну, реально, там, поставить лайк, я в дрифте реально прошел, что? Чего? Да, а теперь я стал офицером полиции. И теперь Паша Флейтин на страже этого города. Да, сейчас я... Опять 25, я опять падаю, ребята, с этого спуска. Что за фига? Это невозможно пройти с первого раза. Каждый раз, когда я, ребята, заезжаю, я падаю. Опа-на, а кто это тут нарушитель такой? Нарушатель у нас, значит, нарушитель? А я вот видел, там фиолетового нарушителя. На крышу. Ой, на крышу, конечно. Тихо, так, я живу, ребята. Все, хорошо, ребят, все под контролем. Мы летим с вами на этом адском спуске. Проходим, блин, капец. Ой, меня переворачивают. Ой, все, опять. И себе гамбургер дай сделаем. Гамбургер, не, я гамбургер не люблю. Я люблю пиццы или еще что-то такое. Вот гамбургер не то, ребят. Вот лучше там пицца, а лучше чебурек. Кстати, ребят, а напишите вы в комментариях, какое ваше любимое блюдо. Или точнее даже любимая еда. Вот лично у меня это чебурек, пицца и... А у меня знаешь что? Что у тебя? Чебулайк. Чебулайк, это что это такое? Я первый это раз чебулайк. Такое... Чебулайк, нифига себе такое, я первый раз слышу, честно говоря. Ну ладно, ребят, если что, там пишите в комментариях ваши любимые там блюда, еда и так далее, а я буду проходить этот спуск. Здравствуйте, Дима, Вера, а что мы тут стоим? Так, так, он написал, Паша, смотри. Так, ну-ка, я смотрю, Вы что, там, где вы стоите? Давайте ешьте. Я не знаю, он мне сказал на что-то смотреть, я смотрю. Чего? А на что смотреть-то? Так, Дима Вир, ладно, понятно. Да у него, не посмотри, наверное. Беды с башкой, наверное, у Дима Вира, короче. Тихо, ты, зачем меня так подталкивать? Так, ладно, хорошо, ребят, мы, в принципе... Смотри, чтобы нельзя скинуть. Я не знаю, может, у него какой-то был коварный план, но, ребята, я ничего не увидел. Если вы что-то увидели, ну, не знаю, ну, напишите в комментариях, потому что я ничего не увидел. Так, а я пока что беру, прохожу, ребята, адский спуск на этой опасной полицейской машине. И сейчас, ребята, главное взять чики-пайн. Так, ой-ой-ой, так главное не дрифтить, главное не дрифтить. Я думаю, полицейская тачка, это самая сложная тачка. Ну, кстати... А если БелАЗ будет? БелАЗ... это... Слушай, так БелАЗ вообще ветряки не пройдет. Так, ребят, я надеюсь... Возможно. Ой, я нашел противоположность БелАЗу. Это панда! Самая... Здорово, а ты где? Опять. Ребят, опять я падаю с этого спуска! Я ненавижу начало этого спуска, но невозможно! Каждый раз, когда я беру машину, я падаю! Вы, наверное, подумаете, что я сумасшедший, и, возможно, так оно и есть. Ребят, я пройду этот спуск задом! Здорово, мы возьмем, аккуратненько возьмем, так припаркуемся, и сейчас, ребята,
Ой, это плохая была тактика. Проходить задом. Что за паркуристы? Так, тихо, ветрячок. Сейчас нормально. Я возьму полицейскую тачку, арестую тебя. Ой, конечно, офицер, вы не доедете до финиша дальше, потому что я вас кину. Это ты там впереди едешь, да? Я просто маленький. Ребята, вот он, Чебулайк. Это сейчас мы его возьмем и протараним. Куда-то? Почему я улетел так? Ладно, сейвимся, живем. Это карма. Да, какая карма? Все хорошо. Все под контролем. Вот от этого я ему не дам сейчас взять чекпоинт. Так, ребят, все, давайте газуем быстрее. Я должен его догнать. Так, ты где? В смысле? Вот он, ребят, вот он едет. Так, мы берем. Так, тормозим. Да нет, куда? Вот он ты, пока. Подожди. Так, ребят, сейчас мы... Да что это за развалюха-то переднеприводная? Так, ладно. В первый раз пройду сейчас. Ай, блин, ладно. Я упустил этого шлепу. И сейчас, ребята, я попробую сам пройти этот спуск. Так, главное сейчас... Вот ты какое место занимаешь? А я второе? Подожди, почему второе? Почему вообще второй? Я должен быть первый. Нет, какой ты первый? Ты должен быть последним, там, 10-м, 16-м. Так, Вот он, ребята, вот он, полицейская машина. Так, как мне сделать так, чтобы тебя догнать? Так, ладно, ребят, спускаемся и... А вот я он. Тормозить не буду. Ой, да, конечно, тормозить не будешь. Да, черепах, не дожидаемся. Что за фигня тут происходит? Ё-моё. Капец, ребята, что это такое-то? Надо, чтобы все объединились против тебя. Нет, трындец, да не надо. У меня и так карта против меня играет, ты это понимаешь? Вот он, баклажанатор. Сейчас я его догоню, ребята. Давай. Главное взять побольше разгона, так сальтуху мы творим, сальтуху мы чудим. И сейчас, ребята, фиолетовый баклажан. Ой, тихо, так главное, ребята, сейса. Нет, я не улетел. Вот ты улетел. Все, ребята, а вот я красавчик, я на скилле, на профессионализме. Тоже скинули, да? Да нет, я вообще-то еду, вот, прохожу так, слушайте. Зёрнышку раз, зёрнышку два, вот, прошу, чекпоинт уже взял. Да ладно, я тебя обманываю, я ничего не прошел. Итак, мы летим проходить этот адский спуск. Для этого, ребят, нам надо выровняться. Мы берем, приезжаем первый ветряк, приезжаем сейчас второй ветряк. Второй, десятый, двадцатый. Что это было? Ребята, вот это был трюк хороший. Так, ну-ка, третий ветряк приезжаем. Преступника. Все, не понял, какой преступник. Я далеко, за тебя. Так там фиолетовое пятнышко такое. Ну ты это еще очень далеко. Да почему смайлик, блин? Я просто посередине прогладил. Ой, так хорошо, ребята, все под контролем. Мы проезжаем эту тачку и... Я попробую, знаешь, что сделать, Лёха? Я попробую от первого лица пройти этот пуск. Так, ладно, ребята, держим руль. Главное, чтобы у нас руль с машиной было как это одно целое. Так, все, проходим. А что я делаю? Что я говорю? Ребята, у вас тоже все колбасится, да? Да, все нормально, все хорошо. Я главное сейчас пройду. Я еду задом. Я вижу смайлик, я вижу чекпоинт, пожалуйста. Я увидел смайлик. Я взял его! Ой, это не КамАЗ. Это грузовик! Кто-то бомбанул, а что страха? Это трындец, ребята. Грузовик, это очень большая машина. Слушай, а если там тачки идут по возрастанию, то следующий что, БелАЗ, что ли? Ай! Не переживай, сейчас я тебя подтолкну, я тебя не упаду! Ну да, конечно, меня тут уже ветряки пихают вовсю. Так, ладно, ребята, едем на этой маленькой сосиске. Дай прямо финиша. Да ты самый гигантский тут! Ну, я самый крутой, даже бы сказал, так все. Я падаю. Ай! Опа-на! А это что такое? А это кто такое? Фиолетовый чебурек, это ты? Нет, подождите. Это Дима Вир. Ребята, у меня появился конкурентище, который хочет забрать мое первое место. Куда он мне закинул таксика? Ребят, сейчас мы его догоним. Так кто еще это тут? Уже я. Эти какие-то конкуренты вообще фиг. Что за уголек? Что-то бум-бум, ребята, все. Так мы берем. Нет, Дима Вир, да куда ты? Опять 25. Ребят, опять он тут встал. Ну, Дима Вир, уйди. Уйди, ты котлета недоделанная. Все, давай, уходи. Максимальный хардкор. Ребята, так мы пройдем. Нет, Дима Вир. Нет, я пройду. Так, ребята, респавнимся, пока они не забрали мое первое место. Так что быстро. Давай, черный экран, проходи. Опа-на. Три конкурента, ребята, сразу. Так, мы должны их уничтожить. Как-то уничтожить. Ты конкурент, я тебя взорву, ты меня понял. Какой ты победитель? Ты второе место. Может быть, третье. Нет, не оторай. Ай! Так, главное, ребята. Да какой дрифт? Вы чего на грузовике? Так, сейчас, главное. Нет, Леха, уйди, Леха! Тут пробка! Ну ты капец! Ну ты, блин, капуша какая-то!
Правда? Меня помяли! Илюха, я из-за тебя горю! Все, тебе хана, тебе хана, тебе хана! Я тебя уничтожу! Я тебя уничтожу! Пока. Ты понимаешь? Ты мое первое место занял! Ладно, ребят, мы и так пройдем, мы и так пройдем! Главное, я побольше разгона! И сейчас, ребят, на горящем грузовике я пройду это! Главное, верьте мне! Я верю в то, что. О, ребята, слушайте! А это довольно-таки, ну, как бы, задача там выполнимая. Так что, ребята, чего? Мы ты сможем! Проехал? Я смогу на горящем фургоне пройти этот спуск! Давай! Нет! Чего я бомбанул? Ой, так вроде как у нас, ребята, идеальная сейчас попытка, чтобы пройти этот спуск. Сейчас у нас все гладко, ровно. Как раз таки спуск у нас чистый. Никого нету! Да кто это такой? Да блин! Так, Дима Вир, ребята, вот он! Вот он хочет меня скинуть! Так, я ему не дам себя скинуть. Так, ребята! Дрифтим! Давайте живем, главное! Что это такое? Мне страшно! У меня сейчас сердце реально из штанов выпрыгнет, это пипец! У тебя на штанах? Да, ребята, это трындец, это реально, вот я не знаю, я в шоке! Но я прошел, мне дали мой Бэтмобиль! Да, я в школе. Ребят, это трындец, я в шоке. О, что такое? Показать лайфхак! Какой? Ну-ка, давай рассказывай. Как перелететь всю карту? Какой лайфхак? Ну-ка, давай рассказывай нам, показывай, что за лайфхак. Короче, берешь на стопере, вверх его поднимаешь и улетаешь! Да? Фига себе так. Ладно, ребята, сейчас тут какую-то фигню повторял. Но сейчас, ребята, мы попробуем делать данный лайфхак. Здравствуйте, у нас что, 3 Бэтмобили сегодня? Так, ладно. Смотри, как ну, надо. Давай, что там обещал мне? Разгон и сейчас ускоритель через всю карту. Так, ладно, хорошо, ребята. Дима Бир, ты ёперный кокос, ты что творишь-то? Ребят, это невозможно, Вот с Димой Диром вообще ничего невозможно, блин, снимать. Ох, ладно, хорошо, попытка номер 2. Мы опять же респавнимся, ребята. Берем Аскер, ну так этого нету, ненормально. Вот так, все, нет никого. Так, ребята, давайте так аккуратненько мы берем и подлетаем. Так, Лех, слушай, я реально у меня... Я сейчас с первой попытки налетел. У меня сейчас получится, ребят. Вот видите, секвент, мы, ребят, летим. Нет, слушайте, на такую карту, ну реально, ребят, надо набрать кучу лайков. Да. Потому что она очень жесткая. И сейчас, ребят, мы берем, используем ускоритель. У-ху! Все, и вот он мерзкий смайлик. Смотрите, ребят, улыбается там что-то, улыбится. Улыбается. Но мы, ребята, берем, мы реально перелетели, ребята, всю карту. Спасибо, Леха, за лайфхак. Все, ребят, короче, мы берем этот чекпоинт и... Все! Ты проигрываешь! И нет, и наоборот, я побеждаю! У тебя опять Бэтмобиль! Да, только я занял первое место. Короче, ребята, данный ролик у нас подходит к концу. И если, ребята, ролик вам понравился, пожалуйста, поставьте ему свой лайк. Подпишитесь на мой канал, ведь такие крутые ролики выходят каждый день. Ну а с вами был Паша Флейзин. Леха Джел, ссылочка на него в описании. Подписываемся на него тоже. Всем удачи, всем пока, народ! Всем пока, чуваки! Кстати, друзья, не забывайте то, что по ссылочке в описании вы можете найти мой телеграм-канал, где я общаюсь с подписчиками и также рассказываю про свою личную жизнь. Так что ссылочка в описании. Телеграм. Да-да.